Всем привет. Сегодня на ремонте Xiaomi Redmi 5. В очень плохом состоянии. Добитый детьми и временем. Спасло его, наверное, то, что он был под защитным стеклом. На зарядку не реагирует. На кнопку включения тоже не реагирует. Сейчас снимаю защитное стекло, смотрю состояние. Если дисплей целый, продолжаю ремонт. На 90% уверен, проблема в разъеме зарядки. Если хотите знать, как я справился с этой задачей, смотрите видео дальше.
Всем, кому понравилось, ставим лайк. И не забываем подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео.